Итак, дорогие друзья, всем привет, здравствуйте, йоу, с вами шоу Губа Вудба... Бомбер Шоу, с вами сегодня, и вовсе не Вудмана, как бы вы могли подумать, второй раз, да, я шучу об этом. Ну ладно, не суть. Итак, у нас в гостях прекрасная девушка, привет, представься, как тебя зовут? Меня зовут Ирина. Тебе сколько лет? 18. Чем ты занимаешься? Слушай, ну, кстати, больше похоже все-таки не на бомбер-шоу, а на Кайсен Клубуна. Ладно, переходим. Ты пришла вот с такой странной татуировкой. Объясни, зачем, почему и куда ты ее хочешь сделать? Я хочу себе ее набить сбоку. Открыть. То есть на сиську? Да. А ты будешь стонать? Нет. Ладно, проверим. Поехали! Мне, говорит, сразу раздеться? Садиться. А, садиться? Да. Нет, сначала раздеться. Ну. А, то есть мы татуировку будем делать на лбу. Так. Вот видишь, первый шаг сделан. На самом деле, я тоже стесняюсь, друзья, камеры до жути просто. Да тут, да, снимай, я просто буду фоном говорить, чтобы смешно было. Все? Все еще стесняешься? Подходи тогда ближе, сейчас будем стеснение твое растеснялось. Знаешь, что самое смешное? Я сейчас татуху буду бить на лифчике и вот на вот этой вот, как это называется, кофта. Вот это вот всегда мне нравится, вот эта вот фигня. Она, короче, такая пришла, типа, бить татуху, причем она знает, что она ее будет, типа, получать бесплатно за то, что она снимется в видео, но ей придется, ну, как бы, быть на аудитории. И она, короче, сидит и, типа, стесняется себе. Ну, ладно, растеснялась. Может, тебе коробку на голову больше? Ей сейчас так будет больно. У тебя первая, да, татуха? Да. Охренеть. Знаешь, как это больно? Нет. На кого ты учишься, говоришь? Мент. Мент? Блять, серьезно? А у тебя это как-то наследственно или как? Нет. Нет? А как бы ментам можно это? Нет. А, поэтому ты и решила, да, спрятать на сиську? Да. У нас сегодня, друзья, очень интересный намечается диалог, многообещающий. Мы сегодня будем от жертвы слышать «да», «нет», а я буду всякое говорить много. Зачем ты на мента пошла учиться? Просто зачем. А где ты учишься? Сек. А ты знаешь, что куча ментов меня смотрит? Я не знаю, о чем разговаривать, честно. Я вот на самом деле, честно, я не могу понять, что это такое. И вот, кстати, чуваки, к вам тоже обращаюсь. Как ты думаешь, на что это вообще похоже? Ну вот издалека вот так вот. Ну, очень странный выбор. Как бы, ну нет, как девочка, там, нарисовать бабочку, там, я не знаю, там, одуванчик, конопляный лист. Тебе больно? 50 на 50. Это как? Я мазохист. Ёб, мать. И при этом она еще и мент. Мент-мазохист. Не садист, а именно мазохист, да? Угу. Слушай, а может тогда тебе давай шрамирование сделаем? Нет. Почему? Это ж классно. И больно. Ну, уже больно. Что такое? Можно матом пугаться? Да тихо ты, не смейся, главное. Оператор, спорим, они будут смотреть весь ролик прям от самого начала до самого конца в надежде найти, где она запалила момент сосок, короче, а она его запалила, вот, и, короче, и просто, и потом будут такие в комментах писать, вот такая циферка, вот там-то, там-то она запалила сосок, смотрите, смотрите. Спорим? Спорим, что да, они будут смотреть. Ладно. Кстати, рубрика «Ответы на вопросы из комментариев». Очень часто задают вопрос, когда я делаю там на сисе, на писе, на попе татуировку. Они спрашивают, встает ли у меня базука. Нет, чуваки, моя базука не встает. Моя базука остается со мной.
и она принадлежит только одному человеку. Не скажу кому. Тебе. Сука. Я могу сказать так, это одно из самых странных тату, которые я делал в своей жизни. По мне, так даже член на всю спину с крыльями был не таким странным, как вот это. Причем вот эти рваные линии типа всякие. Ну, это странно. Зачем ты выбрала эту тату? Мне просто понравилось. Что? Стиль, ну как выполнено. То, что в одной полоске я сначала не поняла, что это такое, а потом посмотрела и поняла, что это два лица. Угу. И то есть, типа, связаны линиями. Одной? Одной. Угу. И чё? Просто нравится. А то, что она рваная, как херня? Это типа проблемы. Чьи? Просто, которые могут Ладно, возникнуть. Ладно, никому не интересно, забей. Это нечто очень странное. Слушай, ну пока мы не закончили, хочется спросить все-таки, зачем и чем мотивируются люди для того, чтобы идти учиться на мента? Зачем ты пошла учиться ментом быть? Потому что у меня отличная жизнь. Чё? Ну там, то есть, типа, все загружено, все это, и мне нравится это все. Я в детстве пересмотрела разных таких, типа там суд присяжных, всякая такая фигня. Тебе, короче, Дукалис нравится. Я захотела пойти. Дукалис тебе нравится? Нет. А кто? Белый? Саша? Блядь, я не могу так работать. Ты вешал тобой? Нет. Мне кажется, ты врешь. Нет. Ты слишком долго думала перед тем, как ответить. Я тоже отчасти это. Как в следах могу быть. Когда человек долго думает, значит, он врет. Значит, ты пьешь алкоголь. Да. Как ты можешь быть ментом, если ты не пьешь алкоголь? Обязательно не так. Все менты бухают. Я буду уником. Включай нахуй эту камеру, пиздуй это все кому. Окей. Очень жарко. Очень жарко и очень странно. Ну, вот такая вот джаги. Мои друзья, татуировка получилась. Вот, а теперь, кстати, сосок запалил опять. А теперь это... Ну, прощайся со зрителями, короче, говорю, чтобы лайки ставили, там, подписывались на канал, такая хи-хи, вот так вот говорю, да, поехали. Ну, это, ты за татуировку отрабатывать, ты должна ведь. Всем спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. А комментарии писать? Не надо, там говно пишется. Напишите, чуваки, что вы думаете про нее обязательно. Она будет читать и радоваться. Ну, не пишите сильно говно. И слово «шлюха» не пишите. Хэштег. Пока! Сука.